что такое 1С. Это 30 лет опыта в разработке бизнес-приложений. Это более 5 миллионов пользователей наших программ. Это десятки тысяч наших постоянных партнеров в 25 странах. А еще это система решений 1С просто для малого розничного бизнеса. О ней сегодня и поговорим. Да-да, вы не ослышались. 1С — это не только 1С-бухгалтерия или сложная система автоматизации крупных предприятий и холдингов. Специально для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей мы создали набор удобных, простых и недорогих продуктов. Система 1С просто предназначена для небольшого розничного бизнеса, для одиночных магазинов, торговых павильонов, салонов услуг и мастерских, для небольших сетей из нескольких магазинов, для предприятий, использующих доставку товаров или выездную торговлю, а еще для предприятий, сочетающих традиционную торговлю с продажами через интернет. Малый бизнес очень разнообразен, поэтому систему 1С просто мы создали как своеобразный конструктор, из которого можно собрать решение под любые задачи. Давайте коротко ознакомимся с основными элементами этого конструктора. Облачное приложение 1С Касса. Оно позволит вам организовать рабочие места кассиров и наладить учет остатков товаров в ваших магазинах, где бы они ни располагались. Вы сможете легко создать любое нужное число рабочих мест. Управлять ценами, следить за продажами и остатками из любой точки мира, где есть интернет. Начать можно с бесплатного базового тарифа. Ну а самый дорогой тариф на момент записи этого видео стоит всего 600 рублей в месяц за подключение первой кассы и по 200 рублей в месяц за каждую последующую. Не хотите зависеть от интернета? Нет проблем. К вашим услугам 1С Касса – приложение для ПК, которое вы можете установить прямо на свой компьютер. Такой вариант прекрасно подойдет для работы в одиночном магазине. И стоит он совсем недорого, всего 4500 рублей. В отличие от облачного приложения, в нем нет никакой абонентской платы. Один раз купили и пользуйтесь хоть всю жизнь. Обновление бесплатно. Кстати, мы даже позаботились о том, чтобы 1С Касса быстро работала даже на самых дешевых компьютерах. Так что на покупке оборудования вы не разоритесь. Ну а если вы захотите совместить гибкость и удобство облачного приложения с надежностью локальной программы, вы можете воспользоваться специальным режимом полуавтономного рабочего места кассира, связав облачную 1С Кассу с приложением 1С Касса на вашем компьютере. Для ваших курьеров мы предлагаем приложение 1С мобильная касса для Android. Установите его на смартфон, и вы получите простое, удобное, мобильное рабочее место кассира, которое можно положить в карман. Бесплатный вариант доступен на Google Play. А полнофункциональная версия стоит всего 99 рублей в месяц. Вы также можете купить пожизненную лицензию с бесплатными обновлениями у партнеров фирмы 1С всего за 1800 рублей. Онлайн-кассу для печати чеков можно подключить прямо к смартфону. А можно удаленно печатать чеки курьеров прямо на кассовом аппарате в вашем магазине. Кстати, к 1С Касса можно подключить самый широкий спектр онлайн-касс. Практически все они совместимы с 1С и настраиваются в несколько кликов. В качестве дополнительных рабочих мест кассира к облачному и локальному приложению 1С Касса также можно использовать самые популярные в России умные кассы Эватор. Ну а если вы хотите избежать абонентской платы за синхронизацию Эваторов с 1С, вы можете приобрести умные кассы MS POS с предустановленным приложением 1С мобильная касса. Стоят они почти столько же. Пожизненная лицензия программы уже включена в цену. И при этом нет никакой абонентской платы за обновление или обмен данными с 1С. Продажа маркированного товара или алкоголя тоже бесплатны. Кстати, о продажах маркированного товара. Для приемки универсальных передаточных документов от ваших поставщиков вам понадобится система электронного документооборота. Мы позаботились и об этом. Электронный документооборот уже встроен в 1С Кассу. Приемка электронных документов и отправка до 5 подписанных пакетов в месяц предоставляются также без дополнительной оплаты. Современная торговля — это торговля через интернет.
Подключите к 1С кассе ваши интернет-магазины на базе 1С Yumi или 1С Bittrex. Заказы ваших покупателей попадут в 1С кассу, а оттуда вашим курьерам с приложениями 1С мобильная касса. Решение 1С касса – это учет товаров в ваших магазинах. А как быть, если нужен учет денежных средств? Взаиморасчетов с контрагентами, расчет зарплат или уплата налогов? Тут тоже все просто. В несколько кликов настройте синхронизацию 1С касса с программой 1С бухгалтерия или с ее упрощенной облачной версией 1С бизнес старт. Поверьте, фирма 1С, как никто другой, знает, что такое финансовый и бухгалтерский учет. Еще одна важная особенность малого бизнеса заключается в том, что он очень быстро растет. Особенность системы решений 1С просто в том, что она никогда не станет препятствием для вашего развития. Когда вам перестанет хватать функциональных возможностей 1С кассы, настройте синхронизацию с решениями 1С следующего уровня: с 1С розницей, 1С УНФ или 1С управления торговлей. Мы сделали все возможное, чтобы предоставить малому бизнесу набор удобных, простых и гибких решений. Самостоятельно запустить и настроить 1С кассу сможет даже школьник-тиктокер. Ну а предприниматель и подавно разберется. Не верите? Попробуйте и убедитесь в этом сами. Ну а если возникнут вопросы, к вашим услугам сайт 1s-просто.ру, наша почта просто@1s.ru, а также телеграм-канал 1С просто и YouTube-канал с таким же названием, где вы найдете короткие видеоинструкции по всем вопросам, которые у вас могут возникнуть. Пользуйтесь на здоровье. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся!